Прокуратура МИАСа требует возбудить уголовное дело по факту пожаров, которые произошли на Тургайке. Всего, по предварительным данным, их было 6. Как установили служители закона, пожары произошли недалеко друг от друга и в короткий промежуток времени. В результате проверки прокуроры пришли к выводу, что поджог мог совершить неизвестный, и подозревают в этом байкера на зеленом мотоцикле. Он сейчас в розыске. По словам очевидцев, именно он поджигал траву и деревья. Люди даже успели сфотографировать подозрительного мужчину. И сейчас прокуроры требуют возбудить уголовное дело по статье «Покушение на уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога».